Привет. Как ваше настроение, молодой человек? А? Молодой человек в беленькой рубашке. Может, вспомнишь меня? А? Что? Как дела твои? О, сколько ты еще не переделал дел, да? Сколько всего? Сынок. Всем привет, меня зовут Светлана, и я безумно рада, что вы заглянули на мой канал. Мои хорошие, сегодня свое видео хочу начать с ответов на некоторые комментарии. Хоть Слава и говорит, что это много чести, на самом деле нет. Я думаю, что многим будет интересно, как бы я один раз отвечу, потому что такие сообщения, такие комментарии ко мне поступали уже не единожды, вот, просто под разной формулировкой. Поэтому давайте я сейчас отвечу, и больше я на своем канале не буду отвечать на такие вопросы. Значит, муж, наверное, часто косячит, раз дарит цветочки. Прости, но со стороны кажется, что у вас в семье главное вовсе не ты. Увы, мне жаль тебя, но, может быть, ты и привыкнешь. Но начнем с того, что цветочки дарят не только, когда косячат, да? И я думаю, что в семейной жизни уже, если уж косячишь, то цветочками не отделаешься. Вот. Нет, цветы я вообще получаю просто по другим поводам, без косячения. Ладно, цветы опустим. Дальше. Прости, но со стороны кажется, что у вас в семье главное не ты. А я разве когда-то говорила, что я главная или что я к этому стремлюсь? Вы знаете, за те года, когда я прожила одна, да, я вот так вдоволь набылась капитаном своего плавания, как говорится, да. И сейчас я, конечно, не знаю, с чего вы сделали такие выводы, потому что Слава даже не снимается в последних роликах, да. Его нет на моем канале. Об отношениях я ничего не рассказываю, но вы как-то сделали вывод. Но я все равно отвечу, что мне приятно, когда мой мужчина, да, мной руководит, где-то, может быть, даже командует, да, там, по-вашему, это может быть так будет, потому что я женщина, и для меня действительно важно иметь рядом с собой мужчину такого, за которого хочется идти. Я ему не раз говорила, ты командир нашего плавания, ты мой капитан. Вот и все. И для меня это очень важно. Я не буду с таким мужчиной, которого нужно толкать, которого нужно будет каждое утро заводить, понимаете, подливать бензинчику, керосинчику и всего такого. Вот. Поэтому я надеюсь, что я ответила на ваш вопрос. Я смотрю, там и Слава ночью уже отвечал. Вот. Действительно, это не важно вообще никак, как в отношении кто главный, что, но я просто скажу свое мнение, что я бы никогда не говори никогда. Ну, в общем, я бы не стала жить с человеком, которого нужно постоянно толкать, заводить и все такое. То есть мне комфортно. И жалеть мне не надо. Ни к чему привыкать мне не нужно. Я не говорю, что мы без изъяна. Я не говорю, что у нас очень легкий характер у обоих, да? То есть есть косяки как в характере и у меня, так и у Славы. И в таком возрасте не все так просто. Да, нам не по 20 лет, когда мы сошлись, да? Вот начали совместную жизнь, уже каждый прожил, как говорится, довольно-таки весомый, да, отрезок жизни своей, и, конечно, нам было непросто. Сейчас эти притерки уже как-то более-менее притерлись, и, в принципе, мы на многое уже просто не обращаем внимания. Мы принимаем друг друга такими, какими мы есть. Вот и все. Я надеюсь, что этот вопрос исчерпан. Сейчас, по-моему, тут еще есть такой забавный комментарий. А, да. И да, если хочешь сохранить семью, то не отпускай мужа с ночевкой, потом локти кусать будешь. Кто знает, чем он там занимается, надо всегда быть вместе, так спокойнее. Но это уж доверие. Это доверие, и у нас, наверное, самое такое вот чувство, которое развито между нами, это доверие. То есть на первом месте даже, наверное, не любовь. Я уверена, это не любовь. Это доверие. Поэтому нужно доверять друг другу. Вот и все. Мне рука текает, не могу так снимать. Вот, поэтому мы изначально, когда мы начали жить вместе, да, мы обсуждали все это, все измены, вот мы, да, мы разговаривали там, простил бы он мне измену, простила ли я бы ему измену. И мы пришли к выводу, что
Очень важно доверять, на самом деле. Очень важно. Без доверия ничего не будет. Ну, а насчет свадьбы, я думаю, что мы не раз уже отвечали на этот вопрос, что сейчас нам не до этого. Ничего, ну, глобального не происходит после свадьбы. Никаких изменений я не вижу, и пока нам это просто не нужно. Это даром потраченные деньги, время и все такое. Нам сейчас бумажные волокиты вот так хватает, чтобы сейчас опять начинать все... как бы менять. Безусловно, мы к этому вопросу вернемся. Безусловно, что я уверена, что мы распишемся, но это будет не скоро. Не скоро, когда у нас будет на это время свободное и желание. Вот. А на сегодня, я думаю, что хватит ответов на вопросы. Если у вас есть ко мне еще тоже вопросики, обязательно пишите. Вот. Я не распознаю это как хейт, я не блокирую таких людей, я просто отвечаю. Я как бы не должна всем нравиться, да, и мое мировоззрение не обязательно должно быть всем нравиться, поэтому я не запрещаю. Общайтесь в комментариях, я вижу, что вам отвечают, и вы между собой тоже классно общаетесь. Вот такие вот драники я готовлю Мишелю на всю тарелку, большие. Хлеб пищит. Вот, сейчас со сметанкой ему. И будет кушать. Просто реально у меня нет времени, как бы так я на свой страх и риск, пока Мирослав спит. Быстренько начистила картошечку. И вот такие вот два драника на всю сковородку я жарю. Вот это ему будет завтрак. Пока я тут на кухне, Мирослав уже спит в стульчике. Не буду пока его перекладывать. А то сейчас не успею покушать. Засыпает соской, потом соску выплевывает. Но меня радует одно, что он не плачет, когда он её теряет. Ну, наконец-то. На улице нет ни снега, ни дождя. И почти даже нет ветра. Мы сегодня с Мирославом не ходили гулять. Не знаю, может быть, выйдем, может быть, нет, не знаю. На самом деле, в этом году просто замучили уже и снега, и ветра, и дожди, тем более. Поэтому хочется уже тепла. Правда. Но не хочется жары. Мы постоянно со Славой спорим. Слава говорит, нет, лучше жарко. Ну уж нет. Мне лучше тогда дождь, снег и ветра. Я терпеть не могу жару. Поэтому я люблю вообще весну. Вот чем мне в Сочи нравился климат, то что там такое ощущение, что круглый год весна. Но с дождями, конечно. Ой. Ладно. Пойду сейчас посмотрю YouTube. Пока Мирослав спит, у меня есть свободное времечко. Кто это? Голубое ухо. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Затяг. Ты роднулька? Ты роднулечка, роднулечка? Да, жопка. Быстрее. Да? Кто пузыри пускает? Кто пузыри пускает? А? Кто пузыри пускает? Мирослав? Все.
боец, солдат, равняюсь смирно. Смирно? Да. Вот так ручки смирно по швам. И вот так ножки по швам. По швам, сказала, в пеленочку заверну. Хочешь пеленочку? В пеленочку завернем? Кстати, меня как-то просили показать в детстве, какая я была. Вот мне сейчас попал альбом на глаза. Я решила вам показать. Вот она, это шило. Вот такая я была в детстве. Ну что, мои хорошие, на сегодня буду заканчивать свое видео. Всем огромное спасибо, кто остается со мной, кто вновь присоединяется. Правда, большое-большое вам спасибо. Я сейчас буду уже купать Мирославу и потихонечку укладываться спать. Да, Мирославчик? Вот, так что вот такие вот дела. Завтра будет день, и завтра будет новое видео. А на сегодня пока-пока.